родители любили окрошку только с зеленью, то надо было с этим что-то делать. И поэтому что мы придумали? Мы ненавидели, что он плавает. Вот эта вот зелень вся, там, лук и так далее, плавает, короче, на поверхности. Поэтому я... Блин, соль не сыпется, а я ее давно не пользовалась. Она, видимо... Ага, капец. Ну, соль! Затвердела. Так. Сыплю немного соль. Туда закидываю зелень. Вот у нас там зелень. И я начинаю ее мять. Просто вот мять эту зелень, пока она вся не превратится в такую кашицу, пока она вся не даст сок. Вот. Таким образом, зелень будет в окрошке. Это будет очень вкусно, но она не будет плавать на поверхности, ну и даст свой очень вкусный сок. Вот. Поэтому вот так вот аккуратно, поскольку у меня тут специальное покрытие в кастрюле для мультиварки, нужно аккуратненько. И я просто ее мну. Так, ребят, на личные вопросы я не отвечаю. Вот. Так. Поэтому можете хоть спрашиваться. Типа, во сколько я родила, где мой муж и тому подобное. Но идите вы нахер. Вот. Можете делать свои выводы, что типа по залету. Такой бред, если честно. Но это ваше дело. Меня оно никак не касается. Так. И, короче, нужно прям мять и мять. Прям оно полностью в кашицу такую не превратится. В такой кастрюле очень сложно делать. У меня просто в другой кастрюле еще солянка. У меня сын обожает солянку, я ему часто делаю солянку. Вот. А сама люблю окрошку, и, собственно, больших кастрюль у нас немного. Так. Все еще продолжаю мять. А, да, это рецепт молодости. Если блендеров херануть, это прям идеально. Так. Блендером это идеально. Но мне лень. Я буду делать все по старинке, когда у нас не было блендеров. Блин! Нет, мне кажется, я сейчас действительно блендер все закину. Да, тефлоновое покрытие, но я его не касаюсь, поэтому у меня все это долго очень длится. Че, блендер? Скажите мне. Так, все, блендер. Хочу мять. Длинные ногти. Это нужно сначала все хорошенько отмыть, потом еще раз отмыть. А зачем ты нас посылаешь? Ты же сама сказала, что есть ребенок. А, ну вот, собственно, есть ребенок. Все, точка. Есть ребенок. Я думаю, что больше вам ничего знать не надо. Просто там начинаются вот эти вот оскорбления какие-то и так далее. Вон про алименты спрашивают. Ну, вообще какая разница в задницу вообще? Я готовлю окрошку. Вы когда незнакомого человека видите на улице, вы тоже начинаете к нему лезть и задавать какие-то личные вопросы? А кто-то даже вон интимного содержания задает вопрос. Ну, ребят, ну имейте совесть, в самом деле. И воспитание. О,
Так. Блендер. Потому что мне действительно очень жалко покрытие. Я никогда даже вот ложкой туда обычно не залезала. Вот конкретно ты меня, может быть, не оскорблял, но там летят оскорбления, и я их вижу. Визуально. Это все из стихотворения, которое я постоянно читаю наизусть. Возвращаем все туда. Это вот к вопросу о том, что якобы меня не оскорбляют. Почитайте, пожалуйста, вот что сейчас только что написали. Настолько мерзко это все читать, вот настолько люди низкие, мерзкие, невоспитанные. Ну, я не понимаю, в моем мире такое невозможно. Я стараюсь просто не обращать внимания на такое. А я вот только что рассказывала, наверное, что 7 я их точно рассказала. Боюсь повторяться. Ну, если тут все новые, то я могу заново начать те, которые я рассказывала. Андреечка, это ты? Да. Класс. А я уже картошечку варю. Очень вкусная будет картошечка с маслицем, с зеленью. Я ее еще пережарю. И там у нас есть фасолька, есть икра кабачковая. Короче, будет офигенно вкусно. Варирую просто так и делаю. А бы тебе не скажут, что у тебя есть ребенок. Но, тем не менее, он уже вот с меня ростом как почти. Нет, не слышала еще. Ну, хорошо. Тогда, Андрю, какое твое любимое стихотворение, которое я рассказываю? Никакое. Никакое? Да. Все понятно. Ну вот, все, значит, не будем рассказывать. Так. Ну, я все-таки расскажу. Он прикалывается еще, что когда ему в школе задают учить стихотворение, я их все знаю. И, ну, помогаю ему учить. Спасибо. Ладно, ладно, сейчас расскажу. Так много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром расставаясь, улыбнуться, и помахать рукой, обернуться, и целый день сомнений ждать гостей. Как много тех, с кем можно просто жить. Пить утром кофе, говорить и спорить, с кем можно ездить отдыхать на море. И как положено, и в
радости или горе, быть рядом, но при этом не любить. Как мало текстом хочется мечтать, смотреть, как облака роятся в небе, и все слова любви на первом снеге, и думать лишь об этом человеке, и счастья большего не знать и не желать. Как мало текста можно помолчать, кто понимает с полуслова, с полувзгляда, кому не жалко год за годом отдавать, и за кого ты сможешь как награду любую боль, любую казнь принять. Вот так и бьется эта канитель, легко встречается, без боли расстаются. Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И жизнь плетет нас словно канитель, сдвигая, будто пригадание на блюдце. Мы мечемся. Работа, быт, дела. Кто хочет слышать, все же должен слушать. А на бегу заметишь лишь тела. Остановитесь, чтобы увидеть душу. Мы выбираем сердце, по уму, порой боимся на улыбку улыбнуться, а душу открываем лишь тому, с которым захочется проснуться. Вот такое стихотворение. Ну, это вот одно из любимых на данный момент. А вообще, очень еще люблю одно, прям сильно-сильно. А хочешь, я тебе открою тайну? Один такой малюсенький секрет. Знай, люди не встречаются случайно. Случайностей, поверь мне, в жизни нет. Не веришь? Ну тогда хотя бы послушай. Не бойся, я тебя не обману. Представь себе, что существуют души, настроенные на одну струну, как звезды бесконечности Вселенной. Они встречают сотнями дорог, чтобы встретиться когда-то. Непременно, но лишь тогда, когда наступит срок. Для них нет норм привычных пониманий. Они свободны, как парение птиц. Для них не существует расстояний, условностей, запретов и границ. Вот, это тоже стихотворение очень сильно люблю. Так, сейчас еще какой-нибудь тогда вспомню, расскажу. Ну, наверное, тоже что-нибудь из любимого. Сейчас повернусь к вам передом, к лесам, надом. Еще вспомнила. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Если валит усталость, но совладать с ней нету мочи, но к вам подойдет сынок или руки протянет дочка, обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье, короткий мир, вы счастливыми поспешите. Ведь растает, как снег весной, пробегут дни золотые эти, и покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе.
как захочется вам тогда в это время опять вернуться, чтобы маленьким песни спеть, щечки детской рукой коснуться. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите ж, пожалуйста, детство. Тоже обожаю просто это стихотворение. Если вы есть, будьте первыми, первыми, кем бы вы ни были. Из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Первыми будьте только пенными, как моря. Лучше второго художника первый маляр. Спросит вас и рабила, кто же тогда останется, если все будут первыми? Кто же пойдет замыкающих? А вы трусливых не слушайте. Знайте их, как пен. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примериваясь, попробуйте великую нашу первую. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Всей длины выводок, всей пояс журавлиный, что на Галадию когда-то поднялся. Как журавлиный клин чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи. И трое, и Гомер все держится любовью. Кого же слушать меня? И вот Гомер молчит, и море черное летиствует шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века. Все будет тянуто, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как в старе. Ночь, резина, ряд канала, аптека, улица, фонарь. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то считает эти привычки жемчужиной. И надрывает смертельных полудных пыль, врывается в Богу, боится, что опоздал, плачет, целует его жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. А после ходит тревожно, спокойно наружу, говорит кому-то. Ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго, верно-верно. И ночами могу не спать. Год, и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки с календаря облетят, как из ствола сада. Только знай бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Все пройду, никого не коря. Одолею любые тревоги. Только знаю бы, что все не зря. Что мне не придашь дороги. Ой, блин, это забыла, это запуталась. Простите. Но несколько рассказала. Без запинок. Картошечку помешать. Так, картошечку уже, в принципе, можно вынимать. Картошечка сварилась фактически.